именно так-то. Ты со своими документами в суд приди! Да я-то приду! Приди! Увидишь, ну, блядь, приходи! Да приходи, а что ты две недели не ходишь? Да попробуй ты, блядь! Да! Без проблем! Разбиватель хуев, блядь! О, видела! Орел! Орел! Ну и что вы, блядь? Я твой... Это помощник депутата! Это наш будущий мэр! Это наш... Ну что ты стоишь и сгаляешь, мразь? Поганый! Закрой! Улыбнись в камеру, парень! Улыбнись! Улыбнулся! Улыбнись! Шире улыбнись! Да шире улыбнусь! Улыбнись! А что, больше... Шире вы тут, блядь, собрали-то эту... Винтовку на них наезжаете! Какую винтовку? Где? Ты сожжёшь-то ликвидировал? Ты ликвидировал? А вот такое видел! Ух ты! Да! Что такое? Да! А покажи! Покажу, блядь! Покажи! Хули вы на них наезжаете, блядь? Как они все тебе! А ты что, бардак? А ты что, бардак? А ты собираешься? Да, какие, блядь, документы? Покажите, нахуй, что вы досажали ликвидировали. Какой договор? Засуньте его себе к сраку, блядь! Твою? Сверните и закрывайте! Ну, тихо, тихо! Хорошо, Таня! Снимайте сладенько! Давай, нахуй, ты сейчас уёбок! Отойдите! Не разота, ебаная! От гандона слышу, понял? От пидораса, блядь, слышу. Поберушка! Какие у тебя документы? Покажи документы! Бюллетени покажи! Покажи! Ты даже в суд не или только член можешь! Покажи! Покажи! И мы отстанем! Бюллетени покажу! Только не тебе покажу, а где надо? А где? А ты туда не ходишь, куда надо! Центр продсервис! Жёсткий контент! Никто! Со своим, блядь! Ну! Что собственники? Чё ты мозги-то и наёбываешь, блядь, людям, а? Чё ты пиздишь-то, блядь? Чё ты пиздишь-то людям-то? Я с тобой так только и разговариваю. Что? Как ты разговариваешь, так и я с тобой. Да, парень, завтра же всё это будет. Да, по телевизору, да. Постоянно. Вы тоже правду говорите? Как денег хочет. Тебе деньги нужны, да? Алло, ты, Смирнов, тебе деньги нужны, да? Тебе деньги нужны? Ублюдок, блядь. Уходи отсюда, нахер. Тебе деньги нужны? Иди отсюда. Поберушка ты, поберушка. Татьяна Анатольевна, вы совершенно ошибаетесь. Все документы у нас на руках. Ликвидация не произведена. Покажите, пожалуйста. Нет. А ты кто такой, чтобы тебе что-то показывать? Покажите мне в жопу, потому что это решение ваше фальсифицированное. Вы ваше... Да, да. Оно будет обжаловано. А ты да. Оно вступило в силу? Хоть одно вступило в силу? Ошибаетесь. А почему? А я на херу ваш видел суд, вот этот самый бумажный. Я на херу видел. Ты посмотри, что ты. А потому, ваших мразотных судей, которые выносят заранее неправосудные решения. Я знаю, я россиянин, но ваш этот мразотный суд, который выносит, ваш мразотный суд выносит эти решения, которые будут обжалованы. Да, секундочку, все слышали, да? Жители мрази, суд наш мразот. Суд наш мразот. Я не говорю, что хороший, но вот эту гадость, которую вы слепили, ее не будет. Я не дам этого сделать. Я не дам это сделать. Потому что все документы есть. Да ты добьешься. Уходите отсюда. Кому надо, тому я показал. Себе в туалете показал. Себе себе в туалете покажи. С вашим судом, который, блядь, заранее выносит эти правосудные решения. А мы прям в суде покажем. Я везде уже написал, что выносятся неправосудные решения. Все против Вити. Где вы бегаете, шопу им лижете? А ты за них обращите уже со второго конца. Что? Ты кто такой? Я вот... Ты вот кто? Вот и иди туда, родной. Да ты чего? Да! Куда хочу, туда хочу. Да здесь тебе нечего ляскать. Я вообще-то житель здесь. И собственник, да. Тут Витя, царь и бог, слова никому нельзя. А ты иди туда, родной, понял, да? Я не пуп.
Да ты здесь. Я председатель ТСЖ вообще-то ищу. Двое. Вы свою тут прикинтовку тебя, собрали? Тебя нет, не прикинтовку. Да это жители этого дома. Это прикинтовка. Это Ты уйди, тебя просят. Уйди ты. Он не работает, Гена, куда он уйдет-то? Он не сильно работает. Он уходит, побирается. Ты не работаешь, ты побираешься. Поберушка, блядь. Ты поберушка. Ты уходишь, он со мной не расторгнут. Я здесь детки еще управляю. Какие люди? Большие люди, всякие люди. Ну ты не выбираешь. Ты сам себя выбираешь. Ну не старше, сам управляющий. Никто тебя не выбирал. Мне тут все сделали два года. Хорошо. А насчет дома платить? Я этот парень не то, и платил никак. Вы заплатите. Я еще раз говорю. Суд будет. Он ничего не показывает. Он туда не ходит на суды. Он везде боится. Прошло пять судов. Он ни на один не явился. Ни на один. Какая ты, Саша, дома? Сама себя назвала? Не имею бюллетеней голосования. Покажи. Документы покажи. Зачем я их нарисовал? Что вы говорите? Поэтому, мужики, я вам говорю, вот сюда ни копейки не платите. Кому нужно, кому ни копейки не платите. Народ идет к вашему лазеру. Надо. Ребята, Гусов побирается, ходит. Говорит, ни копейки не платят. Вот это. А он чисто побирает. Леди и джентльмены. Все понятно. Все понятно. А ты меня тоже знаешь. Учтите, он очень пакостный. Вот. 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 Вот.